Меня зовут Карина Шакарян. Мой супруг грузин. У меня двое детей. Я армянка, и я часто готовлю национальные блюда, как и армянские блюда, так и грузинскую кухню. Я уважаю абсолютно любую национальную кухню. Када на армянском хорис. Впервые слово «када» было введено в обиход армянским писателем Вартаном Айгецким. Талма. Армяне готовят разнообразную талму, но я вам покажу талму, приготовленную в виноградном листе. У меня в окружении множество друзей разных национальностей. Греки, грузины и многие другие. Да, сэр, 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 сэр